четверг, 30 июля, в Центральном парке культуры и отдыха Рязани прошла деловая встреча «Вместе» для бизнесменов, предпринимателей и руководителей компаний. Она была организована по инициативе Агентства развития производственных систем и компетенций и прошла в формате неформального общения. Все институты государственной власти сегодня, как никогда, максимально доступны и открыты. За три последних года уровень доверия бизнеса и власти, на мой взгляд, вырос, и мы стали работать гораздо теснее. Благодаря взаимопониманию и постоянному контакту с бизнесом я могу с уверенностью говорить об общей повестке и общих ориентирах. Это устойчивая экономическая и социальная ситуация, это понятные и прозрачные условия для эффективной работы бизнеса. В деловой встрече приняли участие около 200 руководителей ведущих промышленных предприятий и организаций Рязанской области, профильных региональных министерств и ведомств, а также представителей муниципальных органов власти. Агентство развития производственных систем и компетенций в настоящий момент разрабатывает программный продукт под названием «Навигатор по мерам поддержки бизнеса». Это будет единая площадка, на которой будут размещены все действующие региональные и федеральные меры поддержки. Она будет актуальна не только для крупных там предприятий средних, но и для малого бизнеса. Главной темой обсуждения стала эффективность работы действующих программ и мер поддержки бизнеса, популяризация их возможностей. Власть и бизнес не могут отдельно друг от друга существовать. Только вместе мы можем добиться успеха и Рязанской области в целом, и каждое предприятие, каждый предприниматель в отдельности. А это наша цель. Цель стать одними из лучших. Цель развить экономику так, чтобы люди от этого получили плюсы. Глава региона отметил, согласно данным последнего исследования Национального рейтингового агентства, Рязанская область вошла в топ-15 российских регионов по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Губернатор напомнил, что в нашем регионе разработано и действует несколько сотен разнообразных программ и предложений поддержки бизнес-процессов на всех стадиях его развития, а также при возникновении внештатных случаев. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».